Будет след пулевой, будет шрам ножевой. Все равно я вернусь живой. Строки этой песни Константин Фролов-Крымский написал для фильма «О Великой Отечественной войне». Но автор уверен, эти слова актуальны и для солдат, которые сегодня защищают границы страны. Поэт презентует свой новый сборник стихов, который называется «Хроника СВО». С тех пор, как началась спецоперация, Константин каждый день пишет по одному стихотворению, которое посвящает бойцам. Всего написано около 400 новых стихотворений. Я всегда помню слова Александра Невского. «Бейся там, где стоишь. Если ты воин, сражайся. Если ты доктор, лечи. Если ты пекарь, пеки так, чтобы облизывали пальцы. Если ты поэт, пиши». Концерт Фролова-Крымского организован Советом ветеранов Департамента военной контрразведки ФСБ России в поддержку участников СВО. В зрительный зал Самарского гарнизонного дома офицеров пригласили ветеранов войн и локальных вооруженных конфликтов, в том числе в Чечне и Афганистане, ветеранов силовых структур и юнармейцев. Для нас самое главное с Константином – это связь времен, связь поколений. Реальная, живая связь. Все стихи, все песни Константина направлены на то, чтобы люди помнили свою историю, чтили старшее поколение и были готовы, если необходимо, встать на защиту своей родины. Благотворительные концерты Фролова-Крымского проходят по всей стране. Автор встречается с военнослужащими, которые находятся на лечении и реабилитации. Самара не станет исключением. Поэт выступит перед ранеными бойцами в военном госпитале на Осипенко. А после города на Волге Барт отправится в Москву и южные регионы страны. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.